проснулась дева накануне конца света и чувствует, что мир сошел с ума, и кто-то непонятный бродит слева и искажает в зеркалах изображение. Одет он в майку и стоит в трусах, привычное сейчас бесстыдство, и так кругом все нагнетают страх. Еще и этот скалится в глаза, но продолжает злиться. На жизнь он жалуется или на закон, а может быть навек. Фанат, одержимый насилием, рассерженный человек, хладнокровный, обезумевший скиталец и вор. Каждый день ты проходишь мимо магазин, метро, двор, или просто идешь в машину, пробегаешь на желтый свет. Рядом следует не мой спутник, обычный с виду, простой человек, внутри истеричный, окрашенный в красный цвет, нищий блудник, то ли ворона тень. Незнакомец в пальто, случайный прохожий, то ли отпечатанное на асфальте тело твое, обернешься, показалось не похоже. Внутри каждого страх быть убитым внезапно, или хуже быть брошенным навсегда. Каждый раз я встаю на завтрак и съедаю ослабевшего себя. Каждый вечер я вижу ужас в электричках, пропадающие голоса. Каждый час я засекаю время, за которое черствеют одинокие. Внутренний бес, но выползает крайне редко. А в этот ярый век его протест я слышу повсеместно. Избить, смеяться и распять, чтобы больнее и наглядно мы в пропасть катимся. Но как же так? Я жду людей, кто смогут справиться. Повсюду пятна из эго, туловищ и фраз. Душа с пороками расправит крылья, избавит нас от дьявола, от разъяренных глаз. И человека красного, не побоясь, очистит разум от заразного бессилия. Предстоит, пока толпа кричит, что предрассудки кроются в порыве благородных чувств, чтобы держать победу над собой полжизни, ей приговорить пришлось не на словах, на деле, и поэтому седьмые сутки напиться ей хотелось бы до слез, чтобы не слышать немощных нытье или тех, кто точно знает все ответы. Им же всегда и все понятно. Я проклинаю пошлость, грубость и вранье. Неделю в комнате гостил и упивался слабостью. Знакомый красный человек внезапно наступил 2013-й. Хотя все тот же продолжался век и свет, однако шлился из окна. Проснувшись, дева одиноко вскочила, подумав про себя: я все еще жива? Эх, черт, под нос себе шепча, по сторонам, в углах искала странного мужчину. Наверное, пригрезилась или приснилась, не обнаружив ни души,
она вздохнула. Изображения все были на своих местах. Январским вечером слегка приглушены фонарные огни. Уже смеркалось. На улице тем временем прохожие домой спешили в попыхах. Лишь на дороге красные отметины, и тень скользнула от луны. И громким смехом беспощадно выла вьюга. Он находился в поисках очередной и уязвимой человеческой души. На город снова.